Какие из этих падежей являются косвенными? Кто мне может сказать? Давайте, подключайте. Пишем. Есть труп. Здравствуйте, дети. Дорогие ребята, мы сегодня вот от лица командования миротворческих сил России прибыли к вам для того, чтобы поздравить вас с началом учебного процесса. Мы очень рады, что вы имеете возможность сегодня сесть за парты, обучаться. Наши дети в России, есть у нас такое юноармейское движение, сделали для вас подарки. Спасибо. Давайте, ребята. Мы очень рады приветствовать в нашей школе российских миротворцев. Наша школа уже начала работать, процесс уже начался. И наша нация всегда отличалась своей любовью к учению. Но книги всегда составляют главную ценность для армянского народа. Все наши дети мечтают жить под мирным небом, и мы на это очень надеемся.